Кофемашина Делонги, Магнифика, Пронто Капучино. Я сделаю небольшой видеообзор этой кофемашины. Вот так она выглядит. Вот такой дисплей, русскоязычное и кнопочное управление. Кофемашина уже прогрета, была ранее включена. Вот здесь такая кнопочка есть, вот она, включение. Теперь сделаем кофе. Этой кнопкой мы можем делать крепость, легкий, нормальный вкус и сверхкрепкий. Ну, сделаем крепкий просто. А эти кнопки показывают, какие наполнения чашек будут. Вот ставим чашку. И я нажимаю большую чашку. Кофемолка работает. Смачивание сначала идет предварительное. Ну, вот здесь будет полная чашка. Но есть возможность всегда остановить налив. Нажимаю повторно. Вот кнопка. Я нажимаю, и мы останавливаем. Ой, чашку не ту нажал. Вот где. Чашку надо нажать. Теперь посмотрим, что внутри. Вот такая таблетка. Это заварочный узел сам. Вот это вот бункер воды. Вот он вынимается. И вставляется. На задней стенке есть выключатель. А еще есть наклейка о том, что сервис этой кофемашины сделан в Берлине. Вот бункер для зернового кофе, регулировка степени помола. Сюда можно запускать молотый кофе, вот есть мерная ложка.
Ну вот так. А как будет делаться капучино, это будет отдельное видео.